Сын отвечает за отца. Семья Бориса Дубровского продолжает банкротиться. На этот раз экс-губернатор требует деньги собственного сына. Он просит признать себя его кредитором. Заявление подано и уже появилось в базе судебных дел. Но сумма требований пока остается тайной. Напомним, сын экс-губернатора Александр Дубровский уже стал банкротом в 2022 году в рамках ликвидации главного семейного актива – компании ПО «Монтажник». Сам Борис Дубровский признан финансово несостоятельным полгода назад. Сейчас он находится за границей. Семья и ее представители на контакты с журналистами не выходят. Сейчас заявление о включении Бориса Дубровского в реестр кредиторов рассматривает арбитражный суд.